Всем привет! Сегодня будем демонтировать теплицы. Теплицы грубо 4 на 6. Там чуть-чуть поменьше у них размер. Две штуки под стекло. Простояли несколько лет. Не впечатлили. Клиент принял решение их демонтировать. И вместо них будем строить стеклянные теплицы от компании «Уральская усадьба». Все, пока приступаем к демонтажу. Теплицы стоят у нас без стекла. Один каркас почти разобран. Второй начинаем разбирать. Все соединения заржавевшие. Откручивается тяжело. Но более-менее откручивается. Все, демонтированы старые теплицы. Все, готовим основание. Начинаем строить новые. Каркас у нас практически готовый. Поставили, закрепили, все выровняли. Сейчас делаем отлив по низу. И начнем подготовку к покрытию стен стеклами. Так, стены у нас покрыты, крыша подготовлена, торцы частично тоже покрыты. Сейчас будем крыть крышу и доделывать торцы. Покрыли стены, покрыли крышу. Сейчас будем доделывать торцы. Параллельно будем устанавливать форточные блоки. И останется у нас мелочевка, облицовка. Переливы декоративные. Останется немножко уже. Тут у нас монтаж. Напоминаю, строили мы две теплицы. Две легенды стеклянные. Ширина 3,7, длина 5,8 метров. Немножко нестандартная. Для этого стояли две теплицы. Мы их снесли. Построили новые. Пойдем смотреть. Двери алюминиевые по всем торцам. Каркас сделан из профильной трубы. 40 на 60, покраска полимерно-порошковым способом, цвет шоколад. Стоит все на бетонном основании, закреплено с помощью анкеров. Имеются у нас диагональные усилители. Снизу отлив сделан фигурный, под ним подпенено по просьбе клиента. Есть система подвязки, 4 нитки. И есть у нас 3 форточных блока на термоприводах. Это одна теплица. Идем вторую смотреть, тоже дверь алюминиевая с обоих торцов. Все точно так же, две теплицы абсолютно одинаковые. Стекло 4 мм, между теплицами расстояние узкое, меньше метра, поэтому здесь стекло 5 мм по согласованию сделано. И также добавлен дополнительный ряд прогонов, чтобы снег в случае чего сильно на стекло не воздействовал, то есть не сломал. Вот такие вот две отличные теплицы, легенды, стекляшки. Так вот по-русски скажем, у нас получились. А у меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы. Всем пока.